Меня зовут Андрей. Это первый раз мы на этом кантри. Я получил все, что я хотел. Когда я приехал, я такие мысли дурацкие шли в голову. Зачем я приехал? Человек домой хотел быстрее. Потом в пятницу, вот так уже очень легко стало. В субботу еще легче. И я освободился всего. Когда первый раз я пришел до Вовчика, сразу упал. Я такие, да, классно, все. Сразу как тепло зашло в меня. И глаза закрыл, сразу такие, хоть все белое, свет, хоть свет, все такое. И рука поднялась, как я передал, я же сам за ним. Потом встал, аж это, улыбка стала аж до ушей, веселый был. И потом в субботу уже это все, молились, так классно было все. На наполнение классно было. Ну. Я освободился от этого, от заикания. Очень заикался, это кто не был, наверное, я советую всем прийти. Не могу передать. И падает очень классно. Не знаю, что сказать. Простите, если что-то сделал. Аминь. Господи, вы следите.